сам этап стрельбы из лука собрал 23 команды. Большинство команд, стоит отметить, что подготовились лучше, чем предыдущие сезоны. Очень много коллективов было и показывали хороший уровень стрельбы. Турбоатом, Just Coded, White Box, Adidas, Циклум. Может быть, кого-то забыл, но вот те команды, которые вышли в финальную восьмерку, да, они много себя посвящали стрельбе из лука, они тренировались, и результат не заставил себя ждать. Честно говоря, практически ежедневные тренировки. После работы в 6 вечера, в 6:30 вечера сюда комаров кормим, ну, каждый день. Несмотря на то, что стрельба из лука может издали показаться каким-то таким размеренным видом спорта, но борьба действительно была нешуточная. Все команды шли достаточно ровно, и учитывая, что согласно нашему регламенту на в финальном этапе турнира команды уже стреляли между друг против друга, так называемый face-to-face, то было очень напряженно на всех стадиях, как в полуфинале, так и в финале, так и в матче за третье место. Были очень интересные соперники. Интересная борьба была. Интересная игра. По сравнению даже с прошлым сезоном, когда некоторые команды только лишь обучались стрельбе из лука, в этом сезоне они уже показывают прекрасный уровень, потому что в течение всего года это такие команды, в первую очередь, как White Box и Just Coded, да, они тренировались, они даже участвовали в любительских турнирах, что очень, очень нас радует, потому что битва корпораций, скажем так, послужила тому, что люди начали интересоваться новым для себя видом спорта, и это произошло уже благодаря битве корпораций. White Box довольно сильные соперники, мы с ними тренируемся, поэтому мы видим, да. White Box тоже тренируется? Да, тоже тренируются, ребята тоже после работы бегом на тренировку. Следует сказать в первую очередь, что она окончательно запутала расклады перед финальным этапом, перед финальным розыгрышем битвы корпораций. Три, а то и четыре команды до сих пор претендуют на чемпионство в весеннем кубке, соответственно, и в сезоне в целом. Поэтому что-либо спрогнозировать перед последним этапом, который будет закрывать битву корпораций, это будет пляжный волейбол, очень сложно.